Привет, дорогие друзья, с вами Storyman. И сегодня я буду обозревать мод аддон с лаки-блоками. И если вы наставите здесь 5 лайков, то мы с друзьями снимем полноценное выживание с лаки-блоками. Так что вы знаете, что делать. Из первого лаки-блока нам падает 6 золотых яблочек. Неплохо. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Хорошая вещь. Чтобы открыть этот лаки-блок, нужно найти сторону. Правильно, куда ее надо ударить. 2 золотых слитка, неплохо. Ух ты. И ой-ой-ой, много редстоуны пошли. Окей. Переходим на другой остров. Это 2 лаки острова. Здесь также может падать алмазка, что сейчас на мне. Еда и инструменты и изумруды. 5 изумрудов и 8 хлеба. И бамбук нам не нужен. Один бамбук можно оставить. Бамбуком буду бить. Бамбук растет с чего? Я не знал, что бамбук растет здесь. Ну, давайте же. Эта сторона нет, эта сторона нет. И вот эта сторона, да? Нужно все бамбуки поломать. Давай еще выпадем. Это, вот видите, топоры. Сейчас. Time set день. Восход. Ой, боже. Кучу топоров. И пустой. Ой, вот видите, я же говорил, что может выпадать алмазка. Алмазка, сейчас мы ее по-быстрому выбросим, половину хотя бы. Бамбучок. Яблочки. Что-то много хлама накопилось у меня в инвентаре, нужно его убрать. Нужно его срочно убрать. Но он не убирается. Ну ладно, пусть стоит. Яблочки обычные золотые. Опять зачарованные только. Говядина. Угу, топоры. 2 лаки-блока с того выпали. О, морковь. Курица, можно ее покушать. Ням, ням. Много хлама, много, много, много. 5 бамбук взял. Косай. И опять морковки. Ну, в принципе, смысл вы всех лаки-блоков поняли. Да. Ну, я надеюсь, что вы поняли. Здесь выпадает не только броня, еда, яблоки золотые, но и инструменты. Топоры, кирки, иногда даже алмазные бывают. Здесь выпадает много чего интересного, и для выживания 100 лаки-блоков вполне хватит. Вполне хватит. И на этом видео, в принципе, можно заканчивать. Ребята, вот так выглядит лаки-блок в руке. Он очень плоский и ставится вот так.
И что ж, на этом видео можно заканчивать. Всем удачи, всем пока.